30-летие установления дипломатических отношений. Мы подтвердили обоюдное стремление обеспечить наиболее благоприятные условия для поступательного продвижения российско-болгарских связей в различных областях. Важным новым шагом в этом направлении станет предстоящий в начале будущего года визит в Россию президента Республики Болгария Георгия Бурбанова, который получил работу Болгарии в России. Мы удовлетворены состоянием нашего экономического сотрудничества, уделяем на области приоритетное внимание практическим аспектам запуска стратегически значимых энергопроектов, прежде всего это создание Южного потока и строительство Трансбалканского газопровода, строительство атомной электростанции Белень. Мы высоко оцениваем результативность работы межправительственной российско-болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Последнее заседание, которое в октябре завершилось согласованием целого ряда очень важных вопросов. Уделяем внимание, конечно же, совершенствованию правовых наших отношений. Культурное гуманитарное измерение традиционно пользуется популярностью среди граждан. И я уже упоминал настоящее будущее открытие года Болгарии в России в этом году. России, в Болгарии, в рамках этого состоялось сто мероприятий. Мой коллега сообщил, что процентов наших болгарских друзей их посетило более 300 тысяч болгарских граждан и очень хороший полный в Болгарии и в болгарской общественности этот год вызвал. Уверен, что он с таким же успехом пойдет и в России. Я хочу начать с благодарностей к моему коллеге, министру Лаврову, за гостеприимство. И опять скажу, что я с удовольствием посещаю Москву. Думаю, что разговоры, которые мы сегодня проводим, очень важны и для обоих сторон. Нам есть о чем поговорить, и есть очень много вещей, которые мы наметили для работы непосредственно в начале следующего года. И в сравнительно краткосрочном плане. Наша оценка, что отношения с Россией, отношения между Болгарией и Россией в последние несколько лет развиваются исключительно динамично. У нас дружественные отношения, в которых можно расположить очень много важных проектов, чье значение выходит за обхват наших двусторонних отношений. Эта динамика, которая была дана в этом году и в прошлом году, на самом высоком политическом уровне, на встречах между нашими президентами, нашими председателями правительства, все это было переведено на язык конкретных проектов, по которым мы работаем.
инициативы организовать год России в Болгарии в 2008 году и Болгарии в России в 2009 году также оказалась исключительно плодотворной идеей. Это идея наших президентов, которая возникла в 2007 году. И мы действительно были очень рады в последние 12 месяцев, так как у нас была очень активная культурная программа, но также активная экономическая программа России в Болгарии. Между тем, если мы посмотрим обменооборот товаров, он отражает очень ясный результат того, что мы развиваем в качестве нашего сотрудничества. Наш товарооборот уже прошел 5 миллиардов. В следующем году мы бы хотели, чтобы Болгария нашла свое место в очень богатой культурной и экономической программе в России. Мы видим события в Москве, в Петербурге, в многих городах вне Москвы. Основной акцент будет на предоставлении больше информации о возможностях, об экономическом сотрудничестве, представлении культурных событий русской культуры. Русская культура всегда очень хорошо принималась у нас. Конференции, сотрудничество между мэриями, конференции между разными государственными институциями, академиями наук и так далее. Я хочу вам сказать, что в Болгарии очень большой интерес разных институций и неправительственных организаций участвовать в чествовании года Болгарии в России. И мы постараемся действительно реализовать хороший, успешный год. Я очень рад, что в наших двусторонних отношениях и межправительственной комиссии, как сказал министр Лавров, работало очень хорошо, прошли очень хорошие заседания в последние месяцы. У нас очевидное движение вперед по очень важным вопросам двустороннего сотрудничества. Я хотела бы подчеркнуть вопросы энергетики. У нас несколько больших проектов, в которых участвуют наши страны в строительстве атомной электростанции Белины, строительство нефтепровода, который связывает Черное Средиземное море, Баргас-Александрополис, проект «Южный поток», который в будущем, как мне кажется, является одним из стратегических проектов Европейского Союза. Это проекты, над которыми мы работаем, интерес очень большой в двухстороннем сотрудничестве. Интерес превышает конкретные измерения.